Привет, с вами, как всегда, Джамбо Макс. Я думаю, настал тот момент, когда мы можем с вами обсудить 2 года использования новых консолей. В этот раз я решил, что я не буду делать 3 отдельных видоса, а умещу все в один. Если что, он будет в простом таком разговорном формате. И сегодня я вам расскажу про PlayStation 5, про Xbox Series X и Xbox Series S. Я думаю, будет прикольно. Затронем тему блокировок, новые функции, игры, которые вышли в этом году, ну и так далее. В общем, присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чайку, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, давайте все-таки добьем до конца этого года 100 тысяч подписчиков, потому что осталось уже, ну, совсем прям немножко. И да, ловите промокодик для новых пользователей на подписку ВК Музыка, с помощью которого вы получите подписку до конца года за 0 рублей. Если что, ссылочка на активацию будет в комментариях. Начнем, пожалуй, с Xbox Series X. Пожалуй, это та консоль, от которой я ждал больше всего. Но так уж получилось, что от нее я был в восторге меньше всего. Ну а все из-за того, что за целых 2 года Next Gen я так и не почувствовал. Если у плойки там был хотя бы новый геймпад, то тут чисто все холодно, все одно и то же, ибо ни для кого не секрет, что консоль получилась просто неким аппаратным апгрейдом Xbox One. Все абсолютно то же самое, но только помощнее. Как я вам говорил ранее, на 4К мне попросту пофигу. Играю я на Full HD, на Monique MSI, несмотря на то, что он поддерживает 2К, я все равно ставлю 1080p по двум причинам. Во-первых, разницы особо я не вижу, но во-вторых, у меня карта не поддерживает и, соответственно, как бы вообще пофигу. Но если начать поднимать рекламную тему терафлопсов и производительности консоли, то несмотря на то, что майки кичились тем, что это самая мощная консоль в мире, ну, каких-то заметных отличий от той же плойки я, по сути, не усмотрел. Да и по тестам у нас получилось, как всегда, где-то игра нормально оптимизирована, где-то 4К настоящие, где-то нет, ну, то есть динамически. Но 4К и 60 FPS все же добиться везде не могут, и это факт. Поэтому, обладая самой мощной консолью, 2 года я могу сказать, что все эти вот терафлопсы и так далее, это просто бессмыслица, просто маркетинг, ибо все равно есть игры, которые идут только в 30 FPS, а тот же Gotham Knight, все равно есть дропы, тормоза, то есть, по сути, мощь, она особо-то и не решает, потому что решает оптимизон, как мы и говорили в предыдущих роликах. Но опять же, если сразу провести сравнение, у плойки по сути то же самое, да, но к майкам претензий у меня больше, потому что они больше кичились насчет своих терафлопсов, нежели плойка, говоря о своем SSD. За этот год у нас произошел, по сути, полный облом с эксклюзивами. Ни Сталкера 2, ни Старфилда, ни Редфолла, и, по сути, ничего из эксклюзивного, кроме, наверное, Скорна, Брайт Мемори, чего-то там еще, ну, по-моему, Crossfire X, кстати, тупо не было. Я считаю, что это жесткий косяк, потому что при таком количестве студий не выпустить ни одну годную, ни один, по-моему, AAA проект, но это реально косяк очень жесткий, Филя, задумайся, что в следующем году такого не было. И если же в прошлом году говорили, что следующий год должен быть лучше, чем этот, то, наверное, это я скажу и в этом году. В следующем году, наверное, должно быть лучше. Но, по крайней мере, надеюсь на это. Что касаемо новых функций, то могу вспомнить лишь FPS Boost, который, к сожалению, там сделали в 2021 году и сразу же практически его забыли, потому что в 2022 году, по сути, не добавляли в эту функцию каких-то игр, потому что эту технологию якобы сложно развить. Вот, могу вспомнить Quick Resume, до сих пор классная, прикольная функция, которая без проблем прям сразу запускает тебе игру, до сих пор пользуюсь, до сих пор кайфую, ее, кстати, нормально починили, и она более-менее стабильно работает, нежели она работала при выходе. Но поговорю, что хотят сделать игрокам выбор, включать ее или не включать, потому что некоторые игры, они онлайновские, и, соответственно, эта функция не работает, потому что игра все время подгружается, и запустить ее сразу, ну, по сути, не канает. Поэтому будет вот такой вот выбор вроде. Сделают новое меню, которое уже как бы новое, там появился поиск, и, наверное, все. А, о, еще Discord добавили, кстати. Если что, запускается она с телефона, довольно-таки все сделано удобно, но единственное, она иногда вылетает, и не приходит никакого уведомления, и это не очень. Ты там сидишь такой, играешь, да, разговариваешь с ребятами, они тебе перестают отвечать, и ты такой задумаешься, блин, может быть, у меня отключился Discord, заходишь, и там, да, действительно, он вылетел, нужно его перезапускать обратно. А, еще Xbox можно похвалить за то, что он неплохо справляется с эмуляторами, и может запускать даже игры от плойки. Но тут я вам советую все-таки лучше перейти на канал Курмаев Play и глянуть видос именно у него, и он подробно рассказывает, как и что сделать. У него, кстати, на канале много всяких видосов, где он еще и делится своим мнением, поэтому подпишитесь на его канал, ему явно будет приятно. Ссылочку тоже оставлю в комментариях. Сам
Самый главный плюс консоли Xbox, а именно подписка Xbox Game Pass, как главный, наверное, эксклюзив Microsoft, из-за экзов тоже стал подкачивать. Единственные интересные подборки были прям совсем недавно и в начале года в виде Стражей Галактики. А так в основном были либо инди, либо какие-то старые игры по типу Far Cry 5. Но тут еще проблема в том, что за год вообще почти ничего годного не вышло и заполнили, чем заполнили. В общем, сейчас стратегия Xbox кажется не такой крутой, как казалось ранее. Что касаемо проблем, как я говорил вам ранее, у меня упал геймпад, и там образовалась очень большая мертвая зона. Увы. Остальные кнопки все целы, работают нормально, и в целом больше нет никаких проблем. Пользуйтесь что аккумуляторными батарейками, GP-шками, вот такими вот. В целом хватает где-то на 2 дня, и в целом я не жалую. Что касаемо самой консоли, она все еще тихо, единственное, она гудит, опять же, при каких-то более мощных играх, по типу Cold War, Vanguard. Кстати, в МВ она не гудит почему-то, хотя в целом она тоже вроде как тяжелая игрушка считается. Гудит в Мстителях и вроде еще в какой-то игре. Так же, как и на плойке, здесь отрубился Storm, и официального ничего купить нельзя. Но к Аргентине мы уже привыкли, поэтому чисто пишите ребятам, высылает вам кодик, и вы активируйте с помощью VPN. Кстати, у ребят из X Games даже VPN прилагается. Единственный трабл состоит в том, что в RU-регионе, к сожалению, некоторые игры перестали попросту запускаться. У многих не запускалась колда, Midnight Fight Express не запускался, Minecraft и что-то еще вроде. Ну, Кадлак, кстати, сейчас запускается. Но проблема решается просто переключением консоли на регион США. Если что, за это не банен, поэтому вы можете это сделать даже несколько раз в случае чего. Перейдем, наверное, к плойке 5. Насколько вы знаете, мы с братом ее добыли с самого начала, и она произвела побольше части на нас больше впечатлений вау, ну, поскольку у нас раньше не было плойки, и мы брали лишь плойку четвертую у Виджила, поиграть там в Человека-паука и в некоторые эксклюзивчики. Просто плойка пошла на путь хоть каких-то нововведений в отличие от бокса, дала новый дашборд, геймпад, и в целом этого было достаточно, чтобы как-то сказать вау, прикольненько, хоть что-то новенькое. Но вот это вот чувство новизны, пожалуй, пропало крайне быстро, поскольку что касаемо конкретно геймпада, как и в случае плойки четвертой, его не так много где используют, а некоторые функции либо уже не так ощущаются, как, к примеру, новая вибрация, а адаптивные курки вообще просто мешают. Да, играя в бету колды, я просто вырубал адаптивные курки, потому что я не понимал, нажал я их, не нажал, потому что он блочится, и чтобы, типа, создать эффект, будто ты нажимаешь на курок, он создает некое сопротивление, и ты должен дожать. И когда ты играешь в мультиплеере, это дико мешает, и, соответственно, лучше отключить и не париться, нежели чувствовать, ну, типа, какой-то next gen. Короче, адаптивные курки, если честно, мне не понравились. В компании, может быть, это прикольно, когда там натягивается лук и так далее, но именно в каких-то соревновательных играх, на мой взгляд, это лишнее. Кстати, насчет хваленого SSD. Здесь я реально хочу сделать некий респект Sony за то, что у них есть технология, которая сжимает игры и которая позволяет в целом весить игре меньше, чем везде. Здесь есть два явных плюса. Это то, что игра скачается быстрее, ты быстрее в нее поиграешь, и, пожалуй, то, что памяти израсходуются меньше. Это реально классно. По большей части за 2 года не было каких-то глобальных технических проблем, кроме, пожалуй, проблемы с сервисами. Да, почти с начала этого года PlayStation Network сказал российским пользователям пока, и теперь ни подписку не продлить, ни игру купить официально через Store и так далее. Честно, я сначала очень расстроился, ибо у меня версия без дисковода, я понимал, что если не замутит обход, будет очень плохо, но решение оказалось через Турцию, и игры можно купить, и подписку, и выходит даже иногда дешевле. Единственное, это геморройнее, чем с той же Аргентиной на Xbox, поскольку всегда придется давать свой аккаунт, который также нужно делать турецким, ну там с турецкими данными. Плюс в копилку проблем капает еще проблема с переводом, потому что когда ты покупаешь игру, например, выйдет God of War, и до сих пор никто не знает, где, в каком регионе будет перевод. И, соответственно, ты должен подождать, кто-то должен купить, сказать, есть перевод или нет, и, короче, вот с регионом есть некие траблы, потому что на Xbox с этим намного проще. Ты купил код, кстати, неважно, где ты купил код, главное, просто с нужного региона его скачай. Ну, то есть, активировал, переставляешь, например, на российский регион, консоль, да, и скачиваешь, и все, у тебя игра будет на русском, если русский там есть. На плойке там немножко другая тема, и это геморнее. Но как бы хотя бы спасибо за такой обход Турции, потому что если бы не было вообще, то действительно без дисковода консоль была бы просто
с пылесборником. Что за 2 года понравилось, так это то, что Sony наконец-таки решила сделать ответочку Xbox Game Pass в лице нескольких уровней подписки PlayStation Plus. На мой взгляд, это очень годная идея, хотя они сначала были против этого. Но, как по мне, это по сути аналогичное предложение подписки Game Pass, которое единственное не будет содержать игры эксклюзивные в день релиза. Но аудитория плохи по сути привыкла платить за крутые игры, и я думаю, что в этом вообще не будет минусов. А так, предложение реально хорошее, и некоторые мультиплатформы в день релиза, и аналогичные предложения а-ля серия Assassin's Creed, ну и так далее. Короче, почти как у Xbox Game Pass, вот прям точь-в-точь практически. Поэтому, если кто-то хочет сэкономить, покупайте подписку на плойку, и по сути у вас есть тот же Xbox Game Pass, вот и все. Несмотря на то, что в этом году плойка стояла больше у меня, а не у брата, по большей части я играл именно на Xbox, поскольку у меня там мультиплатформа, у меня там друзья, и мне просто удобнее на нем играть. Но у плойки тоже были байты на ее включение, это Сифу, это бета колды на неделю раньше, для кого-то вторая часть Horizon, 9 ноября будет смысл ее включить ради бога войны, и этим плойка хороша. А именно хороша тем, что за целый год она реально манила тебя включить по тем или иным событиям. И на самом деле меня радует такая стратегия, что они все еще пытаются и могут как-то, знаете, заставить игрока именно выбрать плойку. И как по мне, предоставление такого рода продуктов — это клево для обладателей. Сидишь на плойке, у тебя практически весь хай проекты, будет там еще VR, там в Half-Life поиграешь, короче, ну, за это респект. По сути, за целый год, так или иначе, она радовала своих пользователей. Конечно, смысла покупать именно плойку пятую пока что мало, поскольку все, кроме, пожалуй, Ratchet'а, Demon's Souls'а, ремейка Last of Us'а за 70 баксов, вышло и на плойку четвертую. Но тут, опять же, как бы обиды нету, просто как сам факт. Если вдруг еще на плойке четвертой, то вы, наверное, мало что потеряли, поэтому не переживайте. Я думаю, что в следующем году будет больше причин купить плойку пятую, потому что там, возможно, выйдет Wolverine, там точно выйдет Человек-паук и что-то может быть еще. Ну а теперь очередь Xbox Series S. Она также, кстати, в моем распоряжении, но играл я на ней крайне редко, лишь когда приходил к брату чисто потестить некоторые игрушки, как они играются. Единственное, эта консоль, пожалуй, больше всех подвергается критике, что она слабая, что вот она не тянет, там в семье не без урода, и зачем ее только там выпустили. Напоминаю, что Xbox Series S — это отличный вариант поиграть как и в новые, так и в старые игры. Да, понятное дело, что с новыми играми мы часто стали наблюдать какие-то кринж-моменты в виде 30 FPS, но мы недавно обсуждали эту тему, и тут виной совсем не мощь консоли, а именно оптимизация, которая хромает, кстати, даже на более старших консолях. Проблем с консолью почти не возникало, кроме одного случая. Там попросту не качался Saints Row. Я не знаю, что такое произошло, но он реально неделю просто не качался. Проблема решилась сама собой, может быть, конечно, эта проблема была в роутере, может быть, эта проблема в консоли, не знаю. Ну, короче, проблема была. Также в этой консоли, на мой взгляд, есть проблема в виде памяти. С помощью нее реально сложно скачать все необходимые игры, поскольку игры стали жирнее. И попросту памяти иногда не хватает. Но о чем речь, если только там колда весит около 88 гигов из доступных 300 с чем-то. И на мой взгляд, было бы классно, если бы, например, в Xbox Series S появилась такая же технология, как на плойке 5, ну там при помощи SSD, чтобы она немножко сжимала игры, и на ней игры заметно стали весить меньше, потому что, ну, реально много, реально не хватает. А так, это офигенная консоль не для 4К. Для игроков, которые вообще не требовательны к разрешению, и людям, у которых никогда не было консоли, на мой взгляд, это самый офигенный вариант. К примеру, у меня на этой консоли вообще больше всех играет батя и проходит RDR, выполняет там всякие миссии и так далее, и он вообще никак не жалуется на разрешение, на какую-то прорисовку, потому что ему дико пофигу на это. Ему самое главное, чтобы игра была интересная, игралась, и, собственно, что еще и нужно, я считаю, что это самый правильный подход для обычного игрока, реально. Если вы там более прошаренный, вам нужно 4К, там, я не знаю, вам нужна какая-нибудь дальность прорисовки, то уже покупайте более мощную консоль и не паритесь. А так, Xbox Series S, я считаю, реально очень хорошей консоли, особенно за свои деньги. Если говорить о консолях в общем, то Next Gen'а все еще не ощущается. В качестве игр их визуальная составляющая не выросла, я бы сказал, что даже планка упала, хотя мощь скакнула вверх. Но о чем речь, стоит, даже ремейки разрабам стало делать сложнее, их либо переносят, либо вообще забывают, как того же Prince Persia, которого мы должны были увидеть в начале этого года. Оптимизация для консоли также очень сильно похерилась, и либо дропы, либо, извините, только 30 FPS, как Gotham Knight, и это очень странно. И как по мне, это самое скучное поколение для уже опытных игроков, потому что какого-то нексгена мы все еще не увидели. То есть себя сейчас консоли не раскрыли, наверное, от слова вообще. Ну там плойка немножко попыталась за счет Ratchet'а еще чего-то, но Xbox, ну просто по нулям. То есть зачем новое железо-то, я так и не понял. Но и в этом видосе я хотел бы немножко рассмотреть точку зрения простых игроков, которые только-только приходят в 9-е поколение, и для них новое вот это вот поколение будет казаться самым лучшим. Почему? Потому что все доступно за
офигенную цену, идет практически в максимальном разрешении, там 60 FPS, 1080, 4K, неважно. Вот, и в целом, когда они покупают подписку Game Pass, игр дофига, и они, грубо говоря, не успевают даже проходить игры, потому что появляются новые, хоть и не с таким частным периодом, как раньше, да, и для них реально будет казаться все круто, но уже, наверное, для игроков поопытнее, по типу, там, меня, тех, кто сидит с Xbox One, там, лет 5, где-то 4, да, уже будет казаться поколение скучным, потому что все то, что хотели, мы прошли, новых игр не входит, и, соответственно, будет такая рознь мнений. Поэтому, если вы недавно перешли на новые консоли, да, и это первые вообще ваши консоли, я рад за вас, то, что вы получаете много классных эмоций в тех играх, в которые я бы, наверное, сам не против пройти, если бы мне стерли память, реально. А так, несмотря на это, кроме, наверное, как картинки, в новом поколении смысла особо не появилось, потому что нету каких-то классных игр, которые бы раскрывали поистине вот этот вот Next Gen, 12 Teraflops, SSD и так далее. И данные консоли можно воспринимать, наверное, чисто как вложение в будущее. То есть, если вы опытный игрок, вы вложились и поймете, что эта консоль у вас проживет еще долго-долго лет. Надеюсь, потому что уже есть слухи о новом поколении консолей, да? Но так или иначе, это некий вклад в будущее, который обеспечивает вам доступ ко всем новым играм, которые должны выйти, ну, наверное, на протяжении лет 5, надеюсь. А так, повторяю, что, по моему мнению, Xbox Series S должна прожить ровно столько же, сколько и PlayStation 5 и Xbox Series X, потому что если что-то пойдет не так, то поколение консоли попросту умрут, и в консолях будет меньше смысла. Вот, поэтому Xbox Series S это топ-консоль, это реально, я так считаю. Вот, а так я, наверное, больше все-таки кайфовал от перехода с плойки 2 на 360, и с 360 на Xbox One, нежели с 8 поколения на 9, потому что там реально как-то ощущалось вау-эффект, новые игры, новые функции, новый дашборд, и это как-то реально прогрессивно росло, нежели между 8 и 9 поколением. По сути, это, наверное, якобы одно поколение, но просто стали урезать доступ к новым играм на старом поколении, и, соответственно, типа, вот, держите Next Gen, ну, грубо говоря, искусственный. Надеюсь, кстати, что в следующем году, именно в следующем году ситуация исправится, в консолях появится намного больше смысла, выйдут какие-то крутые проекты, которые покажут, да, зачем нам все-таки эта мощь, 12 Teraflops и так далее, и, в общем, все. Обязательно пишите свое мнение использования 2 года консоли, что нравится, что не нравится, что-то продали, может быть, что-то купили. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и большое спасибо за просмотр, пока-пока.